paraíso. Сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун-Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбралой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Странные у тебя шутки. Я тебе раскрою один секрет. Только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Так, ну, вроде прибыли. Зов природы. Пойду отолью. Сейчас. Que frío. Te has bebido el bar entero? Курить будешь? Сити мастетрика. Эй, а я Альгинаи. Что-то он там не торопится. Провалился. Слушай, может, сходишь посмотришь, что с ним? Я побуду тут. А то еще влепят штраф за парковку. Помогли, нечего сказать.
Куда он подевался? Есть кто? Простите, что я без спроса. Буско Алпалисе. Биноаки. Плохо дело. Эй! Понял? Что там у тебя? Да что за херня? Что это? Да какого хера?
Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Не смею задерживать.
Oh,
puede. Куда это они все? В кино, что ли? Кондор-1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ней начинается тропа. Мельница. Понял. Будь осторожен.
Отбой. Они больные?